приветствую вас тоже. На улицу с триколором в день российского флага в центре Щелково активисты общероссийского движения «Сильная Россия» поздравили людей с праздником и раздали более 1500 ленточек триколоров. Самый лучший флаг, под которым мы живем. Свободно, радостно, счастливо. Под этими флагами растут наши дети, и мы хотим, чтобы они были счастливы, радостны. Всероссийская акция проходила на площади Ленина. От организации в ней участвовало около 10 молодых людей в футболках с надписью «Сильная Россия». Постарались, чтобы хватило максимально всем. Все любят нашу великую страну и понимают, что чтить символику страны – это очень важно. Белый цвет символизирует чистоту, открытость. Голубой цвет – это цвет вечности. Красный цвет символизирует силу, величие и кровь, пролитую за нашу Родину. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.